Почему иногда коты ведут себя странно? Коты могут вести себя странно по разным причинам. Одна из возможных причин – это игривое поведение. Коты могут кусать руки и издавать странные звуки во время игры, чтобы показать свою игривость и активность. Они могут также сидеть с открытым ртом или высовывать язык во время игры, или когда им жарко. Другая причина странного поведения котов может быть связана с их здоровьем. Например, коты могут высовывать язык или нюхать странные запахи, если у них возникли проблемы с дыхательной системой или обонянием. В таком случае важно обратить внимание на другие симптомы и обратиться к ветеринару для диагностики и лечения. Некоторые коты могут также проявлять странное поведение из-за стресса или тревожности. Они могут кусать руки или издавать странные звуки в ответ на стрессовые ситуации или изменения в окружающей среде. В таком случае важно создавать спокойную и безопасную обстановку для кота и обеспечить ему необходимую поддержку. Ведь цари и правители всегда нуждаются в поддержке со стороны простых смертных. В таком случае, если кот, в скобочках царь, ведет себя странно и это поведение вызывает беспокойство, важно обратиться к ветеринару для профессиональной консультации и помощи. Он может оценить состояние кота и предложить необходимое лечение или рекомендации для улучшения его поведения и благополучия. Помните, ваш король в семье всегда нуждается в пристальном внимании.